Здравствуйте, уважаемые зрители. Час 33 ночи и темная долина. Сразу тайник. Там ферма. И сейчас будем здесь разбираться, что к чему. Кто-то отрисовался, фонарь выключен. Мы и так здесь светимся под этим, под огнем. Ремонтный набор, то, что нужно. И патроны, хорошо. Хорошо, спрячемся здесь. Проверим чисто-чисто. Чисто присел. Ремнабор сюда. Сюда делать или нет? Тут патронов мало. Еще сюда и вот сюда. 46 килограмм. Нужно сбросить вес. Это обязательно. Сбросить вес. Сбросить вес, но не методом физических упражнений, а продав это. Там бегает собака. Отправим туда по ней. Есть попадение, но она убежала. Хорошо. Здесь можно зайти сбоку. Может, дыра в заборе какая-то будет. А здесь свои. Здесь свои. Посмотрел на радар. На радар. Чтобы было интереснее, возможно, следует радар отключить. Однако, пусть будет радар и счетчик патронов, пусть будет. Насколько я помню, здесь хотели нам продать в оригинале... Ну, что расскажешь? Ярик Дырявый, здорово. Хотели продать здесь, по-моему, оружие, и там была заваруха в оригинале. Ярик, работа есть? Ничего нету, Ярик Дырявый, но зато у тебя есть аптечка за 336 рублей, которую я себе могу позволить. Потому что я тебе, Ярик, продам вот эти патроны. Продам тебе вот эти патроны и продам тебе копыта кабана. Расскажешь своим друзьям в лагере, что ты 4 военных, 1 бандита забрал с ходки своей. Что еще есть? Вот эту штуку, чтобы ты выброс мог пережить. Вот эти патроны, вот эти. Вот эти и 2 пляшки горилки мы тебе продадим. Итого у тебя остается... Угу. Ярик, мне нужен рюкзак. Мне нужен срочно рюкзак. Друзья, сейчас будем проводить обыск. Обыск, так сказать, по местности. Вот здесь вижу этот сейф. Возможно, здесь будет тайник на рюкзаке. Мне нужен рюкзак, чтобы заложить тайник. Здесь есть только дробь. И дробовик нужен обязательно. Куча сталкеров жарят хлебчик. Если нужно что, спрашивай главного. Димка нерв. Я надеюсь, ты не очень нервный. Прошлой ночью бандит это... Пробрался в лагерь, и это, Димка, нерв, давай аптечки сюда. Хватит ли 1000, ну давай тебе 10 патронов, возможно, ты в своих странствиях найдешь себе такую винтовку, и она послужит тебе впрок, так сказать. И еще вот на тебе вот это, разгружаюсь, друзья, пытаюсь разгрузиться. Бывай, вот этот сейчас скажет, ничего не говорит, а вот этот... Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Ну оно и видно по твоей куртке, что ты здесь не старший. Вот этот старший, нет. Рюкзак нужен, друзья. Срочно нужен рюкзак. Господи, где достать рюкзак? Здесь хлопцы стоят. Что у вас здесь есть-то? Ну, здесь вряд ли будет рюкзак. Торговца. Пляшка грилки зато есть. Так, это ты там продавал эту костюм? Если нужно костюм, что, спрашивай у главного. Ванька Боцман. Ванно Боцман. Здесь у нас ничего нету. Нужен срочно рюкзак, потому что... Нельзя прятать. Украдут же, обворуют. Обворуют даже у своих. Нельзя прятать в тайник. По весу слишком много. И дробовик нужен. Я бы обменял вот это сейчас даже на обычный, даже на вот этот вот дедовский, так сказать. Может, у вас оружие можно покупать? Я вот этого не знаю, к сожалению. И с этим мы торговали, и с этим... Вот здесь еще один патрульный. Патрульный, не спать на патруле. Прыжок. Охраняешь, ну, опустевший колодец. Миша Чебурек. Господи, нет работы, Миша Чебурек. На Чебурека я бы сейчас да то, что нужно. 4000, правда, он стоит. Капец. 4000 и дробь. Ну, Миша Чебурек, ну, раз у тебя такое смешное имя, то это, на тебе пляшку горилки. Так, на это есть, можно продать этот, но не, пси-защита нужна обязательно. Сколько у тебя здесь? +1. Эх, не хватает нам, не хватает, друзья. И эти тоже, вот надо вот это выложить, потому что весит 2,5 килограмма, 5 килограмм, и вот это 3, это значит 8 килограмм лишних, вот это. И винтовку, ну это, допустим, мы выбросим. Допустим, давай, что это, 294 рубля, да что ж ты будешь делать? Гранатомет есть, автомат у нас в плохом состоянии. Но нужно лезть в лабораторию, нужно, тем более ночь, улица, фонарь, так сказать, аптека, да, перегружена сильно. Давай вот это разряжай, выбрасывай. Слышишь, Чебурек,
Тихо, никуда не надо срываться с места. Заберешь еще вот эти патроны. Заберешь вот эти патроны, 6 тысяч у тебя. Тебе можно будет вернуться, может этот продать еще все-таки, 5 тысяч. Ну, давай продаем. Продаем, немножко полкило сбросили, но деньги отбили. Деньги отбили. Дробовик нужен, потому что, насколько помню, там нужно будет много оружия и много патронов. А снайперка там вообще не при делах. Но пока что дробовик спрячем, снайперку во второй слот, пистолет 16 патронов, хорошо. Готов ли в таком костюме слабеньком идти? Там же военные будут потом. А может и не будут, может они поменяли. Ну вроде бы да, вроде бы реализовали, потому что в эту лабу я лазил, когда фриплеил. В эту лабу я лазил, там, кажется, оставили чуть ли не оригинал, только поменяли там этих бюреров, вроде бы добавили. И еще что-то, я уже что-то не помню. Или это в Волдгулд Сталкер моде бюреров добавили, давай тоже не отсвечивать. Проверим болото, посмотрим. Но мы все-таки сталкер уже ветеран уже. Я думаю, ветеран должен справиться и с худшей даже снарягой. Ветеран туда с обрезом винтовки может даже залезть, друзья. Начинается хоррор. Из мистики переходим в хоррор. Тут эти собаки, но собаки нам патроны экономим. Патроны сейчас бронебойные заряжены, кстати. Не следует стрелять бронебойными там. И, по-моему, бандиты должны быть сторожить этот вход, потому что бандиты здесь. Да, там красненький уже он сидит. Давай сюда за дерево присядь. Потому что здесь вот эта вот база бандитов. Здесь тайник, кстати, его тоже нужно будет забрать. Младший лейтенант Попов почему-то тайник. Что ты делал на базе бандитов? Не могу, не имею ни малейшего представления. Сохраняю игру. И потихоньку через кусты, через деревья будем сюда залазить. Доставай винтовку. Давайте посмотрим. Ничего не видно. Включай ПНВ. Ну, тоже абсолютно ничего не видно. Доставай винтовку на изготовку. Так, нас кто-то тут начал уже замечать, так сказать. Засели за деревом, вообще ничего не вижу там. Где был этот бандит? Где был этот бандос? А это далеко не бандит, друзья. Это у нас снайпер тут сидит. И мы еще и промахиваемся. Готов. Это был снайпер военный, судя по всему. Так, ситуация усложнена, так что бронебойные не зря заряжены. Кушать хочешь? Ну, сейчас мы залутаем. Тихо. Четыре человека. Вышки проверить вышки. Биноклем проверить для начала. Проверить вышки, чтобы там еще не было этих. Чтобы там еще не было... Если там военные... Военные могут с долговцами быть. Вот здесь вот была засада, по-моему, на долговцы. Там что-то летает. Четыре человека. Продвигаемся. Прыгнул. Что такое случилось? Что-то прорисовалось. Я испугался, что сейчас стоят ушканов каких-то вылез. 7 человек. Ситуация более чем серьезная. Еще раз проверяем. Смотри, чтоб тут из-за угла сейчас тут не подстерег. Но там никого нету. На самом верху тоже никого нету. Здесь что-то есть. По стелсу будем пытаться работать, поскольку... Глушитель есть, бронебойный есть. Туда залезть, это нужно в здание, в само залазить, друзья. Там, по-моему, был костюм. Там, по-моему, был костюм в оригинале. Как сделал 9 человек? Ты что, шутишь? Это как мне делать тут? 9 человек. Тихо, спокойно. Спокойно. Аккуратно, очень тихонько сейчас действуем. Здесь чисто, там кто-то... 10 человек. 10 человек. Бинокль доставать или... Вижу одного. Давай попробуем его снять, сполошить здесь всех. Он уже нас видит. Был выстрел, я его снял сразу. Ничего не вижу, даже через ПНВ. Вижу еще одну голову. Есть выстрел. Хорошо, 8 человек осталось. Перезаряжай, передвигайся сюда, передислоцируйся. Есть тут этот костюм? Или нет? Нету никакого костюма. Забудь об этом. Это уже другая игра. Никакого костюма здесь нету. Это уже не тени Чернобыля, не оригинальные тени Чернобыля. Аккуратно смотрим. Ничего абсолютно не вижу. Светанул фонарем. Гранаты есть? 4 штуки есть. Переключи аккуратно сейчас. Винтовку Драгунову не перезарядил. Ничего страшного. Аккуратно здесь еще. Не-не-не, сначала нужно смотреть. Там что-то светится. Там вроде бы кто-то был. Да, действительно. Но уже его нету. И там что-то какие-то отцветы. Пока что все получается.
Пока что все получается. Сюда. Так, кто это? Это профессионал военный с аптечкой. Это то, что нужно, но патроны будем брать на обратной стороне. Сохраняемся. Здесь вроде бы еще тайники какие-то были. Вот здесь мог нас подстеречь. Здесь мог нас подстеречь. Вроде бы не всполошились они, потому что сигнал не это. Ну, кажется, никого там больше нету. Здесь молодой человек. Ага, этого хорошо, потому что опытный просто был, и этому в голову хорошо зашло. Как идти в лабу, и туда или туда? Вот не помню. Не помню, друзья, не помню. Тихо-тихо, давай не это. Сюда подсвечивает. Ага, вот там вроде бы. Но нужно здесь сначала все зачистить. Потому что проблема будет не то, что в лабу зайти, а проблема будет из нее выйти, так сказать. Не вижу ничего абсолютно. Абсолютно еще не видно. Они, возможно, на втором этаже. Какие-то слабенькие военные. Опытный враг. Ну давай сюда вот так. Сохраняемся, и здесь будет уже труднее, здесь будет значительно труднее, потому что лестница, и нельзя включать фонарь. Мы с этим ПНВ, тихо-тихо, и здесь видно все, потому что окна. Опять человек, кто-то ходил, кто-то ходит, тихо-тихо-тихо. Там еще дверь, неужели снизу, да быть не может, вот он. Не вижу, куда стреляю, капец, я ничего не вижу, вижу, убил. Фу, страшно было, страшно было. Ну пока что стелс работает, стелс там кто-то еще стоит, да? Да, да. Это было плечо, надо было стрелять, не раздумывая. Сохраняй игру, в окнах, чтобы тут еще сверху нас кто-то не подстрелил. Перебежкой сюда, присел. Гранату нет, нет, гранаты нужно приберечь, приберечь, чтобы там, если бюреры будут, если они их все-таки туда засунули. Сюда аккуратно заходим, вижу. Несколько выстрелов произвел. Еще, этот бронированный, этот бронированный. Репутация улучшилась, хорошо. Один человек остался. Зачем аптечку ешь? Что ты вытворяешь? У них нету еды, нету еды. Они тут озлоблены без еды, друзья. Вот он. Это было же попадение в голову. Да что ж ты будешь рубить? Что ж ты будешь рубить? Хорош стрелять на скидку. Сержант Кондратенко. 5 патронов. Не-не-не-не, давай аккуратно. Вот здесь тут аккуратно, осмотрительно, никуда не спешить. Никуда не спешить. Спешить, судя по всему, придется в этой. Кондратенко, выходи. Осветил я фонарем и спалился. Кондратенко. Кондратенко невероятно плотный. Пистолет давай сюда. Кондратенко какой-то вообще невероятно плотный. Чисто, еще кто-то один. Да, ну есть это, ну хорошо, допустим, Кондратенко, допустим. Еще двое человек, что ж ты будешь делать? Возможно, кто-то успел, вот то, что мы засветились, он успел вызвать подкрепление. Есть, хорошо. Во-первых, нужно сейчас их проверить на предмет еды. Есть палка у Прокопенко, у Ефрейтора есть палка колбасы. Тарановский, давай сюда патроны. Пляжку горилки, потому что будет страшно. Так, здесь чисто, чисто. Ты кто был такой? Гаркуша, Гаркуша, Ефрейтор... Наверное, фанат группы Аукцион, раз такую получил. С такую получил имя. Это разрядить, выбросить, это разрядить, выбросить. Это заряжено, это перезаряжаем. Они были двое где-то там, отсветились. Возможно, где-то здесь они. Возможно, они где-то здесь засели. Там нету ничего. Там вроде бы все чисто. Угу. Ну давайте проверим. Включай фонарь. Еще двое человек. Давай тут эту штуку достанешь. Чисто. Шумим, шумим. Это ошибка, надо быстро действовать, быстро и решительно. Тихо, тихо, тихо. Что ж ты падаешь, что ж ты вырубляешь? Водя, соберись, соберись. Я понимаю, ты на ажиотаже, потому что сейчас в лабу будешь лезть, не нужно. Этого сняли, это снайпер был. Вырубай фонарь, присядь. У снайпера был Абакан. Довголюк, Довголюк. Не, Абакан, перебьемся, но запомним, запомним. Вдруг придется утекать, друзья. Тут тайник, в тайнике. Нашивка долго, нашивка долго. Видимо, они приговорили тут долго. Здесь что? Вышка и никого нету. Сюда можно, очевидно, совершить прыжок, но это мы будем, судя по всему, друзья, текать. Текать просто, я не знаю, что. Ага, может же еще. Патроны бронебойные закончились. Вот это номер, вот это новости. Здесь не знаю, но еще один кто-то есть, может сторожить сам вход. Сам вход в лабу. Это ты фонарем? Нет, это наш фонарь. Еще один человек. Тихо, тихо, тихо. Сейчас аккуратно. Аккуратно, последовательно. Последовательно здесь эту штуку.
Ничего здесь нету. Давай так не бегать. Фонарь выключи, включи. Вроде чисто. Здесь что-то лежит. Это аптечка и патроны. Еще один человек. Ну сюда куда-то нам, судя по всему, да? Ох, друзья, начинается. Просто начинается сейчас. Сейчас начнется. Подсвечивать сюда задание лаборатория X18. Где вход, простите? Вот здесь вижу штуку какую-то. Что здесь есть у нас? Ничего себе, снежинка восстановления син плюс 8. А у нас, простите, что у нас пружина восстановления сил плюс 5. Однако сейчас, я думаю, самое время одеть вот этот артефакт, каменный цветок, потому что пси-защита от бюреров, контролеров, полтергейстов и прочих. И прочих, так сказать, молодых людей. И я думаю, сюда нужно подготовить дробовик, да, потому что будет сейчас близкие дистанции. Отсоединять прицел или нет, мы посмотрим. Мы посмотрим. Пистолет осталось 13 патронов. Друзья, начинается хоррор. Начинается. Игра сохранена в лабораторию X18. Друзья, X18. Ох. Собственно, то, ради чего это все и затевалось. Эти все лаборатории и разгадка тайной зоны. Настоящий хоррор. Вот эту комнату, вот эта комната, вроде бы в ней как раз мы должны были этого документа искать. Сразу какие-то раскаты. Если раскаты, то это или аномалии, или бюреры, которые, как мы помним, научились. Федька аскет. Федька аскет, аскетично здесь прилег. Сразу влияние пошло, ну понятно, друзья, начинается. Вырубай фонарь. Вырубай фонарь, спускайся. Аккуратно, присел. Присел. Это аномалия. Так, тихо. Видит нас уже полтергейст, судя по всему. Начинается. Но я взял дробовик. Не будет из туалета никто упрыгивать? Не будет. Сохраняться будем каждый пчих, конечно же, потому что страшно невероятно. Здесь что? Здесь ничего. Здесь какой-то проход. Так, начинается хоррор. Начинается хоррор. Страшные звуки. Давай вот эту штуку вот так. Какие-то патроны подобрал или антирадиационные не посмотрел. Нужно проверять артефакты еще. Нужно проверять артефакты. Очень хорошо нас видит или чувствует, даже сказать лучше, чувствует полтергейст. Здесь химзащита нужна, однако нет артефактов. Пистолет же брал специально для того, чтобы с этим ходить. Чтобы с этим ходить. Здесь что? Чисто аномалии какие-то здесь. Чисто. Чисто. Так, ПНВ. ПНВ не видно ничего. Выключай, вот так включай. Вот так хорошо видно. Автоматная изготовка, никаких этих. Что-то лежит, автомат Калашникова лежит. И аптечка. Тихо. Чисто все. Присядь, фонарь выключи. Автомат с чем? Автомат в отличном состоянии с гранатометом. Автомат пока что можешь нести, пусть будет. Сколько? 49 килограмм. Передвигаться не сможем быстро, но тут и не нужно, наверное. Будем очень медленно действовать. Тут банка это. Еще вижу там наверху какой-то этот. Такого вроде бы не было. Что-то интересно сделаешь, чтобы сверху сейчас что-то упало. Гранаты для подствольника. Это нам понадобится, это я помню. Хорошо. Лутаем здесь все. Банку не забрал. Банку, пожалуйста, забрать. Сохранить игру. Четко видит нас полтергейст, но пока что никакими предметами не бросается. Что здесь? Тихо. Начинается, да? Ящики, начинают взлетать ящики. Я взял специально для этого дробовик. Погашения удара нету, вижу снорка, стреляю. Произвожу 3 выстрела, отступаю. Практически мы его забрали. 4-й выстрел, 2-й снорк прошел мимо. Прошел мимо, друзья. Максимальная концентрация. Сохранить игру. Полтергейст уже, значит, нас захопив, не только почувствовал это. Снорку поддаем. Он все-таки чуть нас не взял. Эти какие-то послабее снорки, по-моему, или нет, или мне просто кажется. А когда кажется, Бодя, как ты знаешь, давай ящики сразу уничтожим. Я специально для этого брал дробовик, чтобы расстреливать их ящики. Полтергейст очень-очень успешно. Это вижу тело, там взлетел ящик, но можешь его бросать на самом деле в нас. Артефактов нету, в туалете ничего нету. Так, кто у нас, кто я? Какой-то японец. Петр Калугин.
Ученые опытные, хорошо. Отлично, коллега. Я рад, что вы получили второй уровень доступа. Наконец-то вы узнаете, что происходит. Господи, вот сейчас так не хочется сюда залазить. Сделаем F5. Сообщение. Где? Ну где же оно? Где же оно? Второй уровень доступа. Наконец вы узнаете, что происходит в нашей лаборатории. Ваш код доступа 1243. Это сейчас не Сахаров, заведующий лабораторией Петр Ильич Калугин. Это не Сахаров, это Калугин. Так. Ответственный, да? Тихо-тихо. Огнем сильно. Сильно пробивает огнем. А мы передвигаться быстро не можем. Тихо-тихо-тихо. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас полтергейст, влияние. Это сталкер и встрял. Ты слишком беспощадный. Встрял сильно, встрял, банку выбил. Мертвый сталкер. Ошибка. Ошибка не то, что нужно. Начинается уже. Сильно пробивает нас огнем, надо выбираться. Попытайся выбраться. Попытайся выбраться, друзья. Слишком посвящен. Летит по нам все, шлем поломали. Господи, так. И огонь сюда прилетел. Господи, еще что-то там это заскрежетало. 1, 2, 4, 3. Я забыл код. Я забыл код со страха. Выбрались оттуда. Был ли это полтергейст или нет? Мне здесь сильно огнем. Возможно, это аномалия просто. Не хочу даже проверять. Продолжает видеть нас полтергейст. Нет, никаких ящичков, я приготовил. Громкий звук такой. Здесь были? Здесь не были. Тихо. Проверка на артефакты ничего не показывает. Здесь какие-то антирадиационные. Ну, на радиацию наплевать на самом деле. На радиацию наплевать. Еще раз проверь, да еще раз говорю, достань, проверь. Нет ничего. Хорошо. Сохраняй прогресс. Смело действуй сегодня. Так, сейчас тут что-то не выскочило. 1, 2, 4, 3, да? Да есть же, запомнил. Усилилось псевоздействие. Таблетки выпил, таблетки сюда поставил. На F3 будешь пропивать. Ничего не вижу абсолютно. Вообще PNV. Но в PNV там что-то кто-то вступил в аномалию. 7 патронов в этом дробовике, 10 осталось. Слышу раскаты какие-то грома, чтобы бюрер не был. Так, взлетает предмет и сохраняет прогресс. Эту штуку можно взорвать? Не знаю. Я не хочу проверять на самом деле. Здесь чисто. Очень сильное псевоздействие. Невероятно сильное. Не хочу вылазить на самом деле. Предметы взлетают, защиты от ударов нету. И поломали нам уже шлем, однако вылезать, судя по всему, придется. Что-то там взорвалось сзади. Господи. Стреляю, используя аптечку, отстрелял все, достаю этот. Гранату туда. Подстрелил одного, один прямо перед нами. Не могу стрелять гранатой, потому что он перед нами. Подстрелил его, он преследует. Выбрасываю еще одну гранату, перезаряжаюсь, господи, еще граната. Нельзя под ноги еще стрелять. Переключайся, стреляй из... Завалил нас. Так, завалил полтергейст нас, хорошо. Испугался очень, но хотел сэкономить аптечки и это. И нельзя было стрелять гранатой под ноги, потому что еще больше мы бы костюм себе это... Как действовать в данной ситуации? Обычных гранат тоже нет. Можно эти ящики разбить? Нельзя, однако их можно посунуть. Эта штука взрывается? Не знаю. Может их здесь выжидать? Вот он! Одного снял из дробовика. Сколько их здесь? Трое вроде бы было. Еще один. Есть выстрел. Еще один какой-то странный. Это этот улучшенный, усиленный. Усиленная версия. Вот он, стреляю, произвожу выстрел, не попадаю. Да что ты будешь рубить? Гранатомет туда. Гранату туда. Не попал. Вот он. Убил. Но предметы все равно летают. Использовал аптечку. Огонь какой-то тут начинает гореть. Прямо по нам огонь. Немножко передислоцируюсь, убегаю. Сохраняю прогресс. Так, сколько? 4 аптечки есть. Вот он, еще один летит. Прямо за нами летит. И спавнит огонь. Просто в нас. Атакует нас полтергейст. Никогда такого не видел, чтобы полтергейст. И убивает нас. Капец.
Но прогресс мы сохранили. Значит так, план такой. Бежим наверх. Бежим наверх. И гранаты все. Нельзя тратить гранаты, потому что нужно их беречь. Видеть нас огнем атакует. Убегай. Убегай. Никогда, друзья, не видел, что Полтергейст так серьезно атаковал. Аптечка еще была. Приготовить гранатомет. Приготовить. Выключить. Посмотреть. Ну что там? Не знаю. Сильное псевоздействие, еще чтобы сзади что-то еще не подошло. Очень страшно. Атакует нас очень серьезно этот полтергейст. Вот он. Подорвал. Нет. Что-то взорвалось там. Огонь продолжает гореть. Невероятно страшно, друзья. Аптечку используй. Вот он, вот он. Огнем прямо потом. Да что он в хлам уже? Подорвал его, господи. Фух. Две гранаты остается. Очень страшно. Никогда такого не видел, чтобы полтергейсты прямо так атаковали нас и на нас шли на сближение. Но вот это, видимо, вот эти усиленные. Пси-защиту. Фонарь включи. Еще слышу этот противный писк. Это они. Костюм в хлам, швейный набор не взял, чтобы мне пришлось убегать. Еще один, взрываю его гранатой. Надо этот летать выше. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Сохрани прогресс, во-первых. Потому что того мощного завалили. Патроны. Дробовик отстреляли. Пистолет бери. Пистолет в эту. Здесь гранату нужно одну оставить. На всякий случай, чтобы себе под ноги засандали, так сказать. Стреляю из автомата Калашникова. Преследую. Он врывается прямо в нас. Уничтожен. Но псевоздействие не прошло. Да сколько же вас здесь? Поднимают опять свои бочки и атакуют нас. Очень агрессивные полтергейсты. Я говорил, что полтергейсты усилены. 301 пуля у нас есть. 301 пуля у нас есть, но мы еще не закончили. Это только начало. Вот еще один. Стреляю по нему. Уничтожен. Но псевоздействие не закончено. Еще один должен быть. Шлем вообще в отвратительном состоянии. Слышу псевоздействие. Использую аптечку. 3 аптечки остается. Сохрани прогресс. Пистолет достань. Пистолет бронебойный нет. Пистолет бронебойный тоже должен понадобиться хотя бы. Сюда не хочется идти. Господи, как страшно и неприятно. Начинаю передвигаться в ускоренном темпе. Не вижу полтергейста. Что-то скрипит, друзья. Здесь опять огонь горит. Здесь опять горит огонь. Песни никакие на голову, на ум не приходят, потому что очень страшно и неприятно. Здесь что? Здесь опять псевоздействие. Что здесь? Непонятно. Не вступить никуда. Но здесь вроде бы закончилось влияние. Артефакты проверь. Прыжок. Здесь нету никаких артефактов. Даже не пахнет. Ящик вижу. Все ящики уничтожить. Возможно, будет аптечка в нем. Как у нас по аптечкам? У нас еще есть две военные, но мы их будем использовать. Вниз спускаться или что? Полтергейст еще не уничтожен. А внизу что будет у нас? Выключай фонарь. Внизу у нас будет противник еще серьезнее, чем полтергейст. Вижу научную аптечку и вижу противника. И противник нас не видит. Забираю. Вот зачем гранаты, да? Там что-то это... Он застрял. Это наш шанс. Давай... Промазал, Валерий. Что ж ты вытворяешь? Нет гранат больше. Дать очередь или нет? Или пистолет потратить? Не знаю. Интересно, пойдет в нашу сторону? Не хочу даже... Не выношу из пистолета. Вообще не пробиваю его. Вот этот уже не такой уж и маленький. Что я вижу, друзья? Забрал. Отступил. Что я вижу? Он застрял. Но что я вижу? А ну-ка, доставай. Бах, пол хп просто снес ему. Ничего себе. Этот автомат в хорошем состоянии. Давай, чтобы наш не портить, перезаряжай этот автомат. Угу. Сохраняй. Это нам повезло, он просто застрял. И он ничего не может там сделать. Он застрял, посмотрите, на профессоре. Он, видимо, кушает профессора. Может обнаглеть его с ножа взять? Нет, это будет ошибка. Хочется ему в глаза посмотреть на самом деле. Что ты? Думаешь, ты страшный? Нет, мы тебя не боимся. Не боимся. Вот он уже ползет. Он нас не замечает. Он, простите, друзья, насилует профессора. Спасти профессора.
спасти профессора. Не пробиваем мы его, да что ж такое? Что ж ты будешь делать? Ну выстрел был невероятно крутой. Готов. Профессор спасен. Да, фонит от него ужасно. Посмотрите в это, на эту физиономию. У профессора Рокотанский. Вальтер, то, что нужно. Профессионал-ученый. Рокотанский. Неужели отсылка к Максу Рокотанский, к безумному Максу? Тяжело несем, слышу раскаты. Что-то нужно выбрасывать, что-то нужно чем-то жертвовать. Это, наверное, очень дорого. Что можем это... Пока что можем передвигаться, так что пока что ничего выбрасывать не собираюсь. У Рокотанский винтовка была хорошая, серьезная. Но нет. Еще аптечку подобрали. Фух, ну как-то справляемся, друзья. Как-то не так страшно теперь уже. Когда этого положили, это... Потому что я помню, когда самый первый раз я играл в Тени Чернобыля, я от страха чуть, друзья, извините, не обделался, когда он тут появился. Я даже не ожидал, что могли так страшно сделать. Я эту физиономию запомнил на всю жизнь. Вижу тайник, и в тайнике ничего нету, зато есть ящики. Так, а ну-ка давай. Патроны для автомата, да как-то хорошо нас кормят, чтобы это не было затишье перед бурей. Что они еще нам здесь приготовили? Я думаю, надо... Этот автомат у нас будет, да, на дальние. Снайперка есть патроны. Можно было и снайперки пострелять. Вальтер в плохом состоянии, но мы его зачиним. Вальтер насколько хуже? Вальтер значительно... Нет, Вальтер точнее удобнее, но повреждения хуже. Ну ничего страшного. Этот пистолет перезаряжай, пожалуйста. А Вальтер стреляет вот здесь, уже начинается влияние. Уже все влияния, хорошо. Дробовик пустой. На дробовик нет, есть еще 6 патронов. Эти бочки, по-моему, взрываются. Серьезное влияние. Значит, пойдем сейчас дробовик и хороший калаш. Этот калаш расстреляем, испортим и выбросим. Чтобы он сейчас сюда не прилетел, пока я здесь занимаюсь переключением оружия. Бинтов мало, сохраняя прогресс. Пока что нормально идем. Очень сильное псевлияние. Таблетку скушал. Хорошо. Так, зачем я это сделал, непонятно вообще. Нервишки шалят, так сказать. Здесь, судя по всему, не пройти, не представляется возможным. А на Рокотанский, да не было никакого кода. Нам же нужно, по-моему, тут 2 кода найти, да, друзья? Действительно, вот, Рокотанский. Тихо. Не знаю, что-то там есть. Ну, оно не выйдет, наверное, пока мы код не достанем. Рокотанский проверить, уважаемый коллега. Мне, что вам, что ваша... Да, есть код. Что начиная с завтрашнего дня вы должны осматривать контейнеры в центральной лаборатории через каждые 2 часа. Я выключил, потому что что-то там это... Сообщить обо всем непосредственно мне. Код доступа для центральной лаборатории 9524. Заведующий лабораторией X18 Петр Ильич Калугин. Я хочу, друзья, уничтожить или нет, или не уничтожать. Или это внизу, или мы уже всех здесь уничтожили. Забыл код. 9524. Вспомнил код. 9524. На изготовку. Чисто. Но нас кто-то определенно видит. Так, ну как-то нету артефактов никаких вообще. Забудь об артефактах. А как у тебя по гранатам? А гранат-то уже нету, да? Гранаты мы... Одна есть. Отсоединяй гранатомет. И вот этот бери, этот гранатомет присоединяй. Граната есть. Одна. Заряжай. И дробовик. 5 патронов мало. Заходим, сейчас будет босс-файт, судя по всему, да? Сохранил игру? Сохранил. Нас отчетливо видят. Закрылись двери? Да. Но вот этот момент я хорошо помню. Мы не можем бегать. Пробивают нас огнем. И, используя аптечку, не вижу противника, друзья. Он тут невидимый, судя по всему, да? Вот так они его усилили, что он будет невидимый здесь. Хорошо, здесь что? Тайник, но здесь его нету. Надо его уничтожить, по-моему. Тогда все страхи сразу пропадут. Все страхи пропадут. Я его не вижу, не наблюдаю противника. А он нас видит очень хорошо. Псевоздействие, таблетки использовал. На второй этаж. Тут что-то. Вот он.
произвожу два выстрела, есть попадание по нему. Отступаю, помним, что этот очень агрессивный. Помним, что этот очень агрессивный. Тихо, тихо. Вы устали, должны отдохнуть. Никакого выстрел произвел, и надо стрелять из автомата теперь. Я не вижу, в кого стрелять. Используя аптечку, очень плохо нам. Используя все, что есть. Половина хп осталось. Где он? Вот он там летает. Произвожу выстрел из автомата. Он летит прямо на нас, господи. Фу. Вот он. Стреляю, стреляю по нему. Он начинает огонь, огонь призывать, призывать свой огонь. Он создает огонь. Нет гранат, нет никаких гранат. Вот он где-то там. Без разрежения. Я не попадаю абсолютно. Патроны, дробовик, нет, 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 не то, что нужно. Давай второй автомат. С двумя автоматами пойдем. Вот он, идет на сближение. Я вообще не попадаю. Да что ж ты будешь делать? Было попадение. Перезаряжай. Перезаряжай. Может, вообще не нужно сближаться с ним? Есть. Уничтожен. Сохранить прогресс, господи. Плохо нам что-то. Нам что-то плохо. Падаем в обморок, да? Но это было. Фух. Ох, друзья, первый сон, первый сон. Нападение тушканов. Стрелу. Стрелок. Стрелок. Почему стрелок? Потому что, очевидно, английская... Очевидно, английская, друзья, подвисла, подвисла. Но отвисла. Английская локализация. Потому что все-таки модификация английская. Куча научных аптечек. А нам нужно было Назаренко, как мы помним, по заданию. Четыре человека отрисовалось. В глазах мутиться, потому что очень сильно нас пробил этот последний полтергейст. Последний полтергейст. Перезаряжаем автомат. Смотрим, что у нас в хлам просто. Костюм наемника. Дробовик следует выбросить, но его можно продать. Все-таки 1000 отбить. Этот автомат тоже в плохом состоянии. Значит, мы будем пользоваться нашим. Этот автомат отсоединить гранатомет, разрядить, выбросить. Вы устали и должны отдохнуть, здесь негде спать. Снайперская винтовка или пистолет? Пистолет есть 3 патрона, в снайперской винтовке есть пистолеты, но, к сожалению, от нее нельзя отсоединить прицел. РПГ-7 пусть будет. Перезаряди. Перезаряди. Но здесь дистанции, конечно, абсолютно не для нее, да? Еще у тебя в глазах мутится. 27 бронебойных. Оружие в плохом состоянии, но мы, кажись... какую-то одну из частей операции сделали. Теперь следует выбраться отсюда, друзья. Следует выбраться и, по-моему, следует ускориться. Ускориться. Давайте здесь все осмотрим сначала, как противно. И пси-воздействие здесь еще от них. Давай еще таблетки. Встал и должен отдохнуть. Господи. Здесь какие-то штуки. Эти эмбрионы они выращивали, может быть они здесь этих контролеров и выращивали, может быть контролеры не мутировавшие. Выключи ПНВ, вступил в эту, как у нас по аптечкам, кстати, мы устали, я надеюсь ты в обморок не упадешь, включай ПНВ. ПНВ ярко светит и это, ты же задачу не выполнил, уже хотел уходить, да? Задание выполнил, лаборатория, забрали документы, документы, банка еще есть, кстати, ее сейчас выпьешь. Перекусить есть чем? Я сильно... Давай горилки выпей. Хотя это ошибка. Нельзя пить горилки, бы еще больше устанешь. Бодя гнилой. В докладе подробно описано исследование биологических образцов в лаборатории X18. Образцы были подвергнуты воздействию пси-информационных полей различной интенсивности. Отчет также скрупулезно описывает мутацию живых существ после воздействия выбросов. Пси нужно? Нет, нам нужно что-то, чтобы выносливости побольше было, да? Вот восстановление сил. Кушать хотим. Кушать хотим опять. Вот это выпей. Вы устали, должны отдохнуть. Ну что я могу поделать? Очень сильно устали, кстати. И несем очень много, 52 килограмма. Но мы должны попытаться выбраться. Четыре военных, возможно, мы сможем взять их. Возможно, мы сможем их взять. Это давай разряди, давай попытаемся выбираться.
Бегать не можем, бегать не можем. Может лучше заживление ран взять? И защита, нет. Несем очень много, господи. Ну, бармен, а за это нам... Давайте попробуем по стелсу. Я слышу еще раскаты. Возможно, возможно, мы не добили этого. Мы не добили полтергейста. И, возможно, это нам только на руку. Может, он начнет тоже вступить в противостояние с военными. Этот спецотряд, который должен нас брать. Ну, 4 человека, я думаю, мы в состоянии положить. Тем более, если будем действовать тихо по стелсу. Главное стрелять с глушителя бронебойными. Щетка в голову. Щетка в голову, которую мы еще не видим. Крадусь на цыпах. На цыпах сохраняюсь каждые 3 метра. Так. Однако, вижу ствол укороченного автомата. А знаешь, Кашо? Чтобы мы тут это... Да что ж ты будешь рубить? Я же в голову прямо. Лейтенант, ты что, бронированная голова у тебя? Ну? Лейтенант. Младший лейтенант, мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Ирина Аллегрова, друзья. Я такого не слушаю, но я знаю эту песню. Тихо-тихо. Младшой, было покушать что-то? Там кто-то в аномалию вступил. Кто-то вступил в аномалию. Чтобы нам сейчас в бочину тут кто-то не засандалил. Младшой, что еще было? Вот это нужно, бинт нужен и бронебойные давай сюда. Мы их зарядим, кстати. Потому что что-то вы какие-то эти... Не посмотрел твой ранг, кстати. Мы присевший. Профессионал, однако. Однако профессионал. Тут что? Тут ничего. Можно ворваться, на самом деле, попытаться убежать. Но я боюсь, что сейчас как в спину с диким криком какой-то другой военный нам нет. А может, в туалете он спрятался? Я же не знаю, где тут они... Где тут они заняли свои позиции. Но я думаю, мы... Проверять тылы тоже не хочется. Пси-воздействие есть? Вроде бы есть небольшое. Так, вот здесь сейчас было опасно. Здесь есть кто-то? Нету. Ух, друзья, это да, было достаточно так... Было, ну, было страшно, но страшнее. В прошлой было страшнее, потому что тихо. Что ты будешь... Ничего себе, да ты что такое вытворяешь? Что ты вытворяешь такое? Простите, это как это с двух пуль ты нас забрал? Да, ну сейчас мы... Может гранату туда? Гранат уже нету. Это я на самом деле заслоупочил. Вот так он нас не видит. В зоне недавно произошел выброс. Давай-ка мы тебе аккуратненько вот так. Раз, два, три. А, у него серьезная винтовка просто. Он еще матом ругается. Ничего себе, нельзя так делать. Фу-фу-фу таким быть. Крадемся, друзья, на цыпах. На цыпах у него лавина вроде бы, не знаю. В лифте никого нету, никого. Это что такое? Это скелет чей-то. Двоих солдат, судя по всему, мы здесь оставим. Лавину хочу забрать. Так, эксперт. Патроны на лавину тоже забираю. Капитан Губар, это командир их. Как отсюда выбираться теперь? Здесь сталкер был. Мы, судя по всему, двух военных как-то прокрались мимо них, и поэтому будем сейчас выходить. Да неужели это сделано? Дело сделано. Вы не сможете отдавать приказы напарникам. Да какие напарники? Работает Бодя Гнилой, профессиональный сталкер, который залез в лабораторию и вышел целым и практически невредимым. Видите, все-таки... А, костюм пробитый у нас пробитый костюм, просто поэтому он из этой ВСА лавины так мощно нас пробивал. Периметр пересечен, Бодя присел. Колбасы съел. Отошел немножко. ВСА лавина в каком состоянии? В достаточно неплохом. Патрон на нее сколько? Кто-то отрисовывается. Соединять прицел. Присоединяй прицел. Угу. Патроны какие на нее? Патроны вот эти. Сколько всего патронов? 34. Ну давай, перезаряжай ее. Ставь одиночные, наверное. Это разрядить, выбросить. Калаш сюда, гранатомет калашу. Калаш заряжен, да, 9 патронов, все заряжай.
И в следующей серии, друзья, мы точно пойдем, наверное, в бар. В бар, потому что очень много несем. РПГ тут несем, все несем. Хотя хотелось еще зачистить бандитов. Но костюм просто в отвратительном состоянии. Драгунов тоже перезаряжай. Драгунов 14 патронов. Можно отстрелять лавину, наверное. Какие патроны весят больше? Эти 0,07 килограмма, эти 0,09 килограмма. Лавину отстреляем. И пойдем. Но уже в следующей серии. Фух, друзья, классно, классно. Следующая лаборатория, по-моему, уже будет... Забыл Валера заказать у профессора. Забыл совсем заказать. Пошел, потому что на поиски спасения. Вот, и забыл заказать. Здесь у нас что? Достать научные аптечки. Ну, сходим в бар, перейдем сюда и закажем тогда. И посмотрим уже тогда. Может, сможем заказать, он будет его вроде бы несколько дней. Он делает этот шлем. И тогда вернемся в Темную долину. Сможем вернуться, пострелять по бандитам. Немножко расслабиться. Так сказать, себе сафари организовать. Засим, с вами прощаюсь, друзья. До свидания, до новых встреч.